хотел. Ну, бабушка, ну какая тебе милочка, я же мальчик. Ну, ладно, ладно, я все равно люблю тебя. Милочка. Ну, я пошел, да? Ну, иди, иди. Быстренько-быстренько сделали мне отличный кружок. Мы сейчас будем с вами признаваться в любви. И давайте встаем, встаем, встаем. А можно с вами? Можно. Сейчас мы с вами будем признаваться в любви не кому-то, а своему соседу справа, Милочке. Сейчас вам нужно будет повернуться и сказать: я люблю тебя, Милочка. Но самое главное, чтобы никто не засмеялся. Если кто-то смеется, то мы с вами начинаем все с самого начала. Понятно? Да! Я люблю тебя, Милочка. Я люблю тебя, Милочка. Я люблю тебя, Милочка. Я люблю тебя, Милочка. Заново! Я люблю тебя, Милочка. Засмеялись, давайте заново. Я люблю тебя, Милочка! Стоп, 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 сконцентрируйтесь, у нас сейчас все получится. Давайте с самого начала. Роман Михайлович, ну сколько можно? Когда мы на обед пойдем? Вы должны пройти полный круг. Если вы его не пройдете, то у нас ничего не удастся. Давайте последний раз. Ребят, сейчас все будет хорошо. Давайте сейчас сконцентрируйтесь. Последний разок. Давай постараемся больше не смеяться, правда? А я и не смеюсь. Я люблю тебя, Пилочка. Я ненавижу тебя, гад. Я ненавижу тебя, гад. Ты уже всем надоел. Уходи. Где ты достал? Уходи. Уходи. Стоять! Он мой. Обидит-то. Я ж люблю тебя, Милочка. Милочка.